Свое 11-летие отметил благотворительный фонд «Нижегородский», и по этому поводу был организован праздничный концерт, на котором выступила эстрадная певица и поэтесса Елена Есенина. Также был приглашен знаменитый актер Михаил Пореченков. Он фотографировался со всеми желающими и получал от этого удовольствие. Мне приятно, многие как бы избегают и не делают фотографии, не фотографируются вообще, да, из нашего департамента. Но я считаю, что это часть нашей работы, часть нашей профессии, если это кому-то достаточно. Радость или приятные минуты, то это обязательно нужно делать. Крупнейшая благотворительная организация Нижегородской области подошла к своему дню рождения солидным багажом добрых дел. Ежегодно фонд совершает более 10 поездок в 4 подшефных детских дома, проводит более 40 благотворительных мероприятий и акций и отправляет на лечение более 40 детей-инвалидов на сумму более 6 миллионов рублей. Очевидно, пользу от деятельности благотворительного фонда Нижегородский трудно переоценить. Каждый из нас может столкнуться какой-то тяжелой жизненной ситуации, в которой некому будет помочь и не будет в состоянии сами справиться с этим. Поэтому существуют фонды, которые аккумулируют средства, помогают найти средства на лекарства, на лечение детей для семей, которые самостоятельно не могут с этим справиться или которым это тяжело, потому что лечение зачастую очень дорогостоящее. На празднике дети-инвалиды, которые весной отмечают день рождения, получили подарки от благотворительного фонда, а еще троим ребятам вручили сертификаты на лечение на общую сумму 380 тысяч рублей.